Маликот 1000 – смазочная паста для резьбовых соединений, подверженных действию высоких температур и факторов коррозии. Позволяет производить разборку оборудования без разрушения крепежных элементов. Обеспечивает стабильный момент затяжки резьбовых соединений. Рассмотрим применение Маликот 1000 в термопластовых и литьевых машинах при производстве изделий из пластмасс. При работе оборудования некоторые узлы нагреваются до 280 градусов по Цельсию, в результате чего происходит прикипание резьбовых соединений. Это является основной причиной срыва резьбы, обламывания шпилек и болтов, что приводит к простою оборудования и дорогостоящему ремонту. Производители оборудования рекомендуют наносить на резьбовые соединения, подверженные воздействию высоких температур, специальные пасты. Для защиты соединения от прикипания и обеспечения легкости последующего демонтажа просто нанесите пасту Маликот 1000 на резьбу. Для обработки труднодоступных мест удобнее использовать пасту Маликот 1000 в аэрозольной упаковке. Паста Маликот 1000 способна работать при температурах от 650 градусов по Цельсию, не имеет точки плавления, предотвращает прикипание и закисание резьбовых соединений за счет высоких антикоррозионных свойств. Смазочная паста Маликот 1000 имеет широкий рабочий температурный диапазон от минус 30 до 650 градусов по Цельсию, позволяет контролировать момент затяжки, обладает отличной адгезией и надежно защищает от коррозии. Маликот 1000 – легкий монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Смазочные технологии Маликот от Dow Corning. АТФ. Умные технологии.